әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларды құру идеясын алғаш рет Қазақстан Республикасының президенті 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты Қазақстан халқына жолдауында атап еткен. Бүгінгі күні әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар қызметті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға, өндірістердің жаңаларын құруға және қолданыс тағыларын жаңғыртуға, инвестициялар тартуға, үкіметтің және бастамаларын іске асыруға бағытталады. Сонымен қатар, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация қызметінің жүйелі сипаты жоқ және жалпы олардың қызметін бірыңғай тәсілдері жоқ. Бүгінгі күні әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларының тиімсіздігі компанияларды ұдайы қайта ұйымдастырумен, акционерлердің ауысуымен, сондай-ақ шешілу компаниялардың өзіне байланысты себептерімен түсіндіріледі. Говоря об основных проблемных моментах работы социально-предпринимательских корпораций, я хотел бы отметить следующее. Смещение коммерческих и некоммерческих задач, что не позволяет поставить приоритет перед работой самой корпорации. Не утверждены окончательные стратегии развития как средства несистемной реализации инвестиций, отсутствие четкой специализации. Текущая убыточность большинства СПК. Неоптимальный и широкий отраслевой диапазон проектов, которые реализуют сегодня в регионах. Недостаточная капитализация. Необходимость передачи коммерчески ориентированных предприятий, находящихся сегодня в коммунальной собственности, в капитал данных СПК. Недостаточно активное взаимодействие корпораций с акиматами и с другими институтами развития. Также корпорации недостаточно активны сегодня в поиске инвестиционных возможностей. Можно также констатировать низкий уровень корпоративного управления и отсутствие четких критериев оценки результативности самих компаний и эффективной системы мотивации персонала. Большой проблемой остается недостаточный опыт в управлении самими активами и, как следствие, низкое качество существующего инвестиционного портфеля. При участии в реализации отдельных правительственных инициатив по вопросам микрокредитования, обеспечения жильем, продовольственной безопасности, СПК сегодня несут финансовые издержки и неадекватные риски. В этой связи существует актуальная необходимость совершенствования деятельности СПК как действенного инструмента развития регионов и выработки единого подхода к дальнейшему развитию. В соответствии с вашим поручением, Сергей Геннадьевич, которое было дано еще в апреле этого года, Министерство экономического развития совместно с акиматами областей городов Астана и Алматы разработало и внесло сегодня в проект республики, правительство Республики Казахстан, проект концепции развития СПК, который мы считаем должен быть стать таким системным документом. Проект концепции согласован с заинтересованными государственными органами СПК и отработан в рабочем порядке с отделами канцелярии премьер-министра. Позвольте изложить основные положения данного документа. Концепция миссии СПК определена содействие социально-экономическому развитию региона на принципах партнерства государства и бизнеса. Видение СПК в перспективе – это региональный институт развития, эффективно управляющий активами, стимулирующий экономическую активность в точках роста региона, в том числе через привлечение инвестиций и выступающий катализатором формирования конкурентоспособных устойчивых производств. Основной целью СПК как инвестиционной компании является увеличение стоимости активов, которые будут находиться под их управлением. Для достижения данных целей перед СПК мы считаем, что нужно поставить следующие задачи. Первое. Создание новых и модернизация существующих конкурентоспособных производств в приоритетных секторах экономики региона, определенными как точки роста. Второе. Обеспечение вовлечения государственных активов в деловой оборот, оздоровление проблемных активов и развитие на них базе конкурентоспособных производств. Третье. Внедрение передовых производственных и управленческих технологий и стандартов. Четвертое. Привлечение внебюджетных инвестиций. Сегодня в основном большинство СПК основывает всю свою деятельность на привлечении только бюджетных инвестиций. Пятое. Содействие росту экономической активности бизнеса, развитию инноваций и технологической модернизации. Участие в таких проектах, как технопарки, развитие СЭС, бизнес-инкубаторов, центров по обслуживанию инвесторов и так далее. В том числе через выполнение функций оператора. Шестое. Содействие кластеризации среднего и малого бизнеса, в том числе вокруг крупного бизнеса, градообразующих предприятий. Седьмое.
оказание нефинансовой поддержки бизнеса в рамках деятельности компании. Восьмое. Расширение сотрудничества с государственными институтами развития для реализации бизнес-проектов. Девятое. Развитие коммуникации и обмена навыками между портфельными компаниями. И последнее. Содействие брендированию продукции для более активного продвижения на внутреннем и внешнем рынках. В своей деятельности СПК должны четко придерживаться принципа неконкуренции частным секторам на уровне региона. СПК должны эффективно работать в пространстве незанятым или недостаточно занятым частным сектором и стимулировать развитие бизнеса, создавая условия для его роста. То есть у корпорации должна быть бизнес-организующая роль в регионе. Программа развития территории определяет конкурентные преимущества, точки роста региона для правильного позиционирования на национальном уровне. СПК, как главный агент и оператор, сфокусировав инвестиции и усилия, задает импульс развитию бизнеса в этих точках роста. Также важным принципом деятельности СПК является социальная ответственность. Это была главная задача, в свое время возложенная при создании этих СПК главой государства, которая заключается в направлении части чистой прибыли в местный бюджет в виде дивидендов или прямое участие для последующей реализации социально значимых проектов региона. Другими принципами СПК должны быть партнерства с другими участниками содействия бизнесу, например, с институтами развития по совмещению финансовых инструментов, активное управление инвестициями, а также затратами. В свою очередь, мы считаем, что акиматы должны поэтапно передать все коммерчески ориентированные государственные активы для последующей реабилитации, оздоровления, реструктуризации и развития на их основе новых производств. В части корпоративного управления должны быть внедрены современные стандарты, соответствующие сегодня мировой практике. Это позволит обеспечить более высокую эффективность и повысить прозрачность самих компаний. В целях обеспечения реализации данной концепции были предложены следующие ключевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность СПК. Они все приведены на следующем слайде. Деятельность СПК также должна оцениваться по направлению взаимодействия компании с внешними сторонами, такими, по которым сегодня мы, может быть, не уделяем много внимания. Это вопросы обработки количества бизнес-заявок, поступивших на рассмотрение корпорации, опрос предпринимателей региона, действительно подтверждающий высокую активность СПК как главного, еще раз говорю, агента и оператора по региональному развитию. Большая роль в системе мониторинга и оценки отводится местному исполнительному органу, как акционеру и совету директоров корпорации. Система вознаграждения и менеджмента корпорации должна быть привязана к результату деятельности. Первый руководитель местного исполнительного органа должен нести персональную ответственность за итоги деятельности СПК и ежегодно отчитываться перед правительством республики по итогам деятельности. По итогам реализации данной концепции мы ожидаем возможные следующие результаты. Это возможность создания новых, действительно конкурентоспособных производств, увеличение количества рабочих мест, повышение производительности переданных и вновь созданных предприятий, развитие производства и экспорта отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы считаем, что постепенно наиболее конкурентоспособные и финансово устойчивые компании будут отбираться для дальнейших передач в конкурентную среду путем реализации их доли в уставном капитале, в том числе, конечно, через активизацию работы на фондовом рынке. Мы, Сергей Ильич, министерство достаточно активно проработало в рамках рабочих созданных групп, и предложения все, которые поступили сегодня от акиматов и самих СПК, учтены в данной концепции. Я готов ответить на вопросы, если необходимо. Спасибо большое.